Владивосток, 28 декабря 2022 года. Корабельная набережная. Там через дорогу детсадовцы идут. Экскурсия у них, видимо. Что-то здесь снег никто не чистил на этой набережной. Там впереди елочку установили. Что-то какой-то грузовик тут заехал. Кабель привез в катушке вон. Я как бы около памятника решил развернуться, как бы он его не свернул, этот памятник. А, тут каток. Тут каток сделали. И елочку поставили. Не знаю, наверное, еще пока не залит. Подойти поближе, посмотреть. Залили тут каток или нет. Пока еще не залили здесь каток. Каток еще здесь не залит. Подводная лодка С-56 через дорогу. Здесь пойти. Thank you.
А там он через дорогу детский сад. На экскурсии. Чё орут? Чё они орут? Так, здесь я пройду. Владивосток. Впереди Золотой мост. Набережная пустая. Что-то там вон два человека впереди делают. Там он в воде утки, что ли. Да, походу нырки тут. Нырки уже здесь. Но эту камеру, к сожалению, не будет видно. Но вон там они. Ну, вот так на данный момент выглядит набережная Цесаревича. Все в снегу. Вот впереди находится мост любви. Сюда приезжают свадьбы. Вешают замочки на вот эти перильца. Летом здесь на роликовых коньках катаются. Вот на этом месте. Солнышко хорошо.